Компания по проявке пленки. Вероятно, они проявляли пленки Юнты и, закончив, отправляли их назад. Без сомнения, это написала Юнта. Лето 37-го года. Год работы Данны. Так. Прошлой ночью я исписала дневник. Заказала еще один, но пока что еще не было доставки припасов в лагерь. Пока что буду использовать старый конверт. Сегодня позвала Дану поболтать после ее смены. Интересно, что ли он в ней нашел? Я не видела его таким влюбленным. Спасибо, что зашла, Дана. Как твоя смена? Хорошо, как обычно. Сейчас я закончу и сделаю нам хорошего чая. Ого, выглядит футуристично. Что это? А, этот малыш мой фильмоскоп, поэтому он и в кофре. А для чего он? Я использую его для футажей. Чего? Футажей. Другими словами, черновой материал. На сегодня я закончила. Будь добра, убери его в кофр, ладно? Еще бы знать как. О, поверни ключ в замке. Кофр здесь, дорогая. Ключ, который Юнта попросила спрятать. Дана, будь душкой и спрячь ключ. С этими горцами всегда надо быть настороже. Особенно с этой Лени. Вечно она шныряет вокруг моих вещей. Где вы его храните? Вон там мой тайничок. Ключ нужно оставить здесь? Да, дорогуша. Какое удобное место. Кто его сделал? А, Гер Густав. Он знает, что у некоторых гостей есть свои маленькие секреты. Осталось закончить подготовку к завтрашним съемкам, и мы сможем болтать, сколько нам влезет. Принесешь мне новую катушку из проявочной, пожалуйста. Это вы сняли? Как вы с Леоном сошлись? То есть, как вы... Мы... Как вам удалось заснять их? А Герхиос? Что он делает с экспедицией? Увы, все научные экспедиции, спонсируемые коричневыми тенями, сопровождаются такими, как он. Они следят за тем, чтобы их средства использовались по назначению. То есть, чтобы ничего не расходилось с их идеологией. Вы фотографировали спортсменов? Не так уж вы одиноки. Вы только подумайте, какие мысли у этой прелестной... У вас очень много оборудования. Позвольте спросить, как вы все это купили? О, это просто. Особенно если знаешь щедрых меценатов, дорогуша.
прекрасные снимки. А, на каждом из них элементы дикой горной природы, попавшие в мой объектив. Они для меня что-то вроде чек-листа. Чек-лист? Пленка, о которой просила Юнта. Это все газетные вырезки о коричневых тенях. Отец говорит, их влияние среди населения растет. Теперь, когда я имела несчастье встретиться с Гером Хёсом, я это тоже понимаю. Застряла. Прочь! Ключ от сундука Юнты. Судя по записям Юнты, на другой стороне есть комната. Мне до нее не добраться, но Дана могла. Судя по записям Юнты, на другой стороне есть комната. Мне до нее не добраться, но Дана могла. Мне явно понадобится ключ. Где же мне найти комбинацию для механизма?
не работает. Вагин. Лагерь 1937-го. Это фильмы, снятые юнтой в то лето, когда тут работала Данна. Здесь написано «Лене режиссер». Кажется, Лене все-таки удалось снять свой фильм.
Интересная запись. Посмотрим, что на другой катушке. Лени не говорила, что засняла ссору Даны и Леона. Стоит вернуться к ней и все выяснить.
Демуазель Лини, я увидела, что вы сняли Дану и Леона. Юнта оставила пленку. Она очень негодовала, узнав, что я рылась в ее вещах. У нее были свои скелеты в шкафу, уверена. Знаю, это было давно, но вы помните, что произошло между Даной и Леоном в тот день? Любите стягать мертвую лошадь, да, фройлен? Ну, как угодно. Раз Юнта никогда не давала мне свою камеру, то я решила взять ее без спросу. Так она бы не отказала, верно? И тут я услышала, как они ссорятся. Как ты мог согласиться, Леон? Как? Я уже сказал, не было выбора. Проводник по Балтаяру не смог. Он получил травму. В Вагине полно гидов. Почему это должен быть ты? Пусть найдут кого-то еще. Слушай, Дана, не хотел тебе говорить, но... Но что? Фрэнк Хёс, тот вчерашний хам. Он крупная шишка. Это его месть – отправить меня на другой конец света с экспедицией «Исток». И он сказал, если я откажусь, то что-то случится. Не только со мной, но и с тобой. О чем ты? Сама знаешь о чем. Ты вагеранка, как и твои родители, да? Хёс сказал, что скоро к власти придут коричневые тени. Он дал понять, они что-то готовят. И что вся твоя семья будет первой в списке. В списке? Не знаю, но это явно плохо. И добавил, что это ждет всех вагеран. О боже. Дана, дорогая, мир сошел с ума. Обещай. Обещай мне быть осторожной. Все будет хорошо, если ты будешь осторожна. Очень. Я попросил Юнту присмотреть за тобой. Это ненадолго, дорогая. Один твой семестр в академии. Я вернусь к Рождеству. Обещаю. О, иди ко мне, моя Эдельвейс. Мне не нравится это имя, ты же знаешь. Знаю, но это ведь ты и есть моя Эдельвейс. Если будешь продолжать, Леон Кабатис, я тоже тебе прозвище подберу. Подбери. Хорошо. Отныне твоим прозвищем будет Горный Творец. Вряд ли друзьям это понравится, но почему нет? Красиво, правда? Остаться бы здесь навсегда. Вот, фройлен Уокер, это все, что я могу сказать. Надеюсь, теперь вы узнали то, что поможет вам в поисках. Спасибо, демуазель Лени. Но есть еще кое-что. Вы упомянули музыкальную академию. Там должны быть журналы и архивы, из которых, вероятно, я смогу узнать адрес Данны. Она на месте. Все еще в Вагине. Вам нужен район музыкантов у музыкальной площади. Закончим на этом, если позволите, фройлен. Спасибо. Значит, там я и продолжу поиск. А зачем вообще вам продолжать поиски Даны? Разве это не погоня за миражом, фройлен? Сдается мне далеко не первым. Я считаю это своего рода зовом. Да и выбора у меня нет. Из-за вас она стала частью меня. Как угодно. Надеюсь, вы найдете, что ищете. Спасибо. Снова.
Думаю, здесь мне больше нечего делать. Надо бы вернуться в гостевой дом и отдохнуть. Утром я сперва отправлюсь в музыкальную академию. Я нашла ее, Катюша. Девушку с рисунка. Ее зовут Дана. Дана Роуз. Это хорошо, Кейт. Очень хорошо. Я выясню, кто она такая. Как я тебе и обещала. Лучшее лекарство от горя ста... Старое доброе приключение. Тебе пора, Кейт. Иначе пропустишь трамвай. Поезд всегда будет ждать тебя. Денек.
Закрыто. Уже поздно. Фрау Вагнер наверняка спит. Никого нет. Не мудрено, учитывая время. Ничего существенного. Полагаю, экспедиция не привела к серьезному прорыву. Юнта. Демуазель Ли немного рассказала о ней. Была ли Юнта своего рода шпионом? Про Дану ничего. Видимо, она так и не стала знаменитой. Жаль, демуазель Лени не любит рассказывать о том, как участвовала в сопротивлении. Она настоящий герой. Чем больше я узнаю о Дане, тем сильнее у меня чувство, что я едва зацепляю верхние пласты истории Вагина. Эй, давай прервемся. Мне...